Только в мишени. Да. Если вы попадаете в другую часть ворот, не засчитывается. А вратари видят? А вратари не видят мишени. Еще. У вас будут сейчас. Чуть-чуть, я не знаю, трусой чуть-чуть быстрее да, пробегите вот здесь вот по этому туннелю, и потом уже говорят ваши фамилии. Опять же, подойдите. Че, Мира, как выйти? Как выйти? Вы пробегите. Спасибо.
обязательно, да? Могут ну, чтобы всем вместе все. Да, это надо, не попадется. Мы уходим в первую очередь. О, я и думал, здесь нет. Да. Смотрите. У каждого по три попытки. У каждого будет по три попытки. Вы, я потом могу. Я потом могу на английском сказать. Да. У каждого будет три попытки. Вы бьете по неподвижному мячу в мишень. Там их будет несколько. Вы можете выбирать, какую хотите. Есть мишень наверху. Девятки, есть мишень внизу, и есть мишень, которая будет таргетироваться. Мишень, сектор ворот внизу, 10 баллов. Сектор ворот внизу, 10 баллов. Сектор наверху, 20 баллов. Движущаяся мишень, 40 баллов. В принципе, все. Да, третья попытка. Третья попытка, мяч будет заменен на красный. Попадаете в мишень красным мячом, зарабатываете двойные очки за это. Все. Нижние 10, верхние 20. Движущиеся 40. Движущиеся 40. Все. Ну и то же самое. Тросцой выбегаем. Вот туннелю. Поживее. Говорят, что вы не увидите. Марухин, Тигиев, Гасилин в таком порядке. Следующий за ним Пиняев, Сутормин и всем большое спасибо, но настало время. Эти воинские времена, да, были легко.